Одна голова хорошо, а две лучше. Один танец хорошо, а две головы в двух танцах лучше. Пара номер 6. Оксана Федорова и Александр Литвиненко. Квикстеп. Как полная луна, твои слова, как песня на рассвете, улыбка, как весна. Я буду парусом над морем, буду птицей в час ночной. Я стану новым метеором, лишь бы ты была со мной. Ты была со мной. Я стану добрым великаном, я стану сильным, как прибой. Я буду жутким ураганом, лишь бы быть с тобой. Будет все, как ты захочешь. Будет мир у ног твоих. Будут ночи дней короче. Только б нам хватало их. Будет все, как ты захочешь. Солнце, пальмы и цветы. Будет все, как ты захочешь. Только как так хочешь ты. Оксана Федорова, Александр Литвиненко. Браво, браво, браво. Оксана, скажи, пожалуйста, в твоей жизни всегда все, как ты захочешь? Или бывают варианты? Бывают варианты, конечно. Ой, спасибо. Ага. Ага. А вот телезрителям кажется, что у тебя всегда, как ты захочешь. Да нет, не всегда. Не всегда? Не всегда. Ты сейчас больше всего что хочешь? Хороших оценок. А, хороших оценок. Отлично. Владимир, вам слово. Ну, ничего не получилось, на мой взгляд. Бывает. Ну, не было квикстепа, потому что была борьба. Нас все время на площадке была борьба. Борьба кого с кем? С музыкой, друг с другом, с шагами, с ритмом. Сплошные ошибки. Николай. Ошибок было действительно очень много. И я не... Некоторые из них. Ну, вы знаете, сколько этих длинных юбок я видал в жизни, да? Иногда ботинки еще неудобно бывают. А вам хочу сказать такую вещь, что когда девочки одевают пачку, там вообще они думают, что ног не видно, но я вижу. Вот. Дело в том, что мне нравится настроение, с которым вы танцуете, и... Может быть, в следующий раз будет просто квикстеп удачнее. Бегите к Юрию Николаеву. Бегите к Юрию Николаеву. 8-800-3-3-3-3-50-06. Оксана и Александр. Ну что, смотрим оценки? Смотрим. Держим пальцы и смотрим. Станислав Попов. 8. Алла Сигалова. 7. Владимир Андрюкин. 7. Николай Цискорица. 8. Сумма баллов 30. Мало, 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 ну что, мало, мало, мало. Телезрители, помогайте. Цифра 6 по телефону. 6-0-6-0. Оксана и Саша.